Вице-премьер отметила, что Краснодарский край активно участвует в федеральных программах. За счет этого решаются многие социальные задачи. Так, например, в сентябре этого года открыли школу на 400 мест в станице Староминской. Еще 3 учебных заведения строят в Сочи, Армавире и Новороссийске. Также ежегодно обновляется автопарк машин скорой помощи. Вениамин Кондратьев заверил, что социальные вопросы для региона в приоритете. До конца года в крае построят 19 офисов врачей общей практики. Еще 24 здания амбулатории откроют в следующем году. Состоянию кубанской медицины Ольга Голодец дала высокую оценку. По ее словам, Краснодарский край является передовым в развитии высокотехнологичной медпомощи.